Заблудившийся в степи пастух, провалившийся подлет машины и эвакуация людей на трассе Самара-Шымкент. В выходные дни работа спасателей была насыщенной. К счастью, они смогли оказать помощь всем, кто в этом нуждался. В субботу вечером на пульт спасателей поступило сообщение о том, что в селе Куптугай Улыского района пропал пастух, который выгонял скот и не вернулся домой. Гражданин был благополучно найден на следующий день в 3 километрах от зимовки Жармаузек. Также 7 января вечером была проведена эвакуация 35 человек, которые были пассажирами междугородних автобусов. За минувшие выходные в Актюбинской области проведено 7 аварийно-спасательных работ. Из них спасены 8 человек, в том числе один ребенок. 146 человек были доставлены в пункты обогрева. Также отметим, что в связи с ограничением дорожного движения 7 января в 22:12 поступила информация о необходимости эвакуации людей на автодороге Самара-Шымкент Атикибийского района. На место происшествия были направлены районные спасатели. Всего с помощью спасателей из 2 автобусов эвакуировано 35 человек, из них 2 детей, в Карабутакскую сельскую мечеть. Пассажиры были обеспечены сухпайком, пострадавших нет. Спасатели сообщили, что был также факт ухода под лед автотранспорта. В субботнее вечернее время в реку Уил вблизи поселка Каинды в водоем провалился автомобиль УАЗ. Водитель и 2 пассажира данной машины успели выбраться из транспорта без вреда для здоровья. В этой связи ДЧС Актюбинской области призывает жителей и гостей области при выезде на дальнюю дорогу ознакомиться со штормовыми предупреждениями и строго соблюдать правила безопасности в зимний период. В департаменте отметили, что из-за потепления лед в водоемах таял и стал хрупким, что может быть опасным. Также людям стоит ежедневно читать СМС-оповещение о погоде с номера 112 и следить за изменениями погоды, не покидая населенных пунктов во время метели и сильных заморозков. Тамирис Шумабаева, программа «Факт».